Ярна, поздравляем с победой, с шайбой. Это было красиво. И, как кажется, для вас это гол тоже очень важный. Congratulations on the win and on your goal. Please. It was it so important for you personally to score today? Yeah, of course. It's first start of the season, so we want to get everybody on the board, and it's good for us who has been playing the last. We got a good game today and made some points and put it in net. Конечно, спасибо, во-первых. Было очень важно сегодня забить, но еще важнее победить. Старт сезона, надо набирать очки. Две шайбы в большинстве сегодня. Что-то менялось в розыгрыше или действовали так, как в предыдущих играх? Просто сегодня пошло, а до этого не шло. Two goals scored on the power play. Did he change something? Or is just like the way it goes, luckily? No, I think that's we've been trying to get some lot of shots and a lot of like more guys to the net, and it worked today. Мы постарались сегодня чаще бросать при первой возможности и создавать трафик перед воротами, закрывать обзор вратарю. Сегодня сработало. Ярна, как вы считаете, в новой части «Железного человека» мог бы сняться Илья Каблуков? Потому что после такого падения казалось, что он точно не вернется, но он мужик до мозга костей. И это отличное подспорье всей команде, по-моему. Do you think that Илья Каблуков could be the main star in the new film of Iron Man? Because he got such an injury and came back. Why not? He looks like little. Да, я думаю, что Илья вполне смог бы, у него внешние данные ого-го. Но если говорить про старт второго периода, вот немножко из колеи эта шайба не выбила вас, или все нормально, наоборот, раззадорила только? Speaking about the start of the second period, did the conceded goal somehow affect the team negatively, do you think? The goal? The kind of goal that we conceded. Well, you always want to start the period good, but I guess there was a little bit water on the ice and stuck, puck got stuck there and they score, but you just have to learn from those mistakes and get forward. Ну, конечно, всегда хочешь начинать период активно, выходить, но так сложилось. Еще в том эпизоде шайба чуть-чуть изменила движение из-за воды, которая была на льду. Ну, что поделать, нам нужно было играть дальше, выходить из этой ситуации. Верно, пару слов о вашей шайбе. Настолько все это красиво выглядело в замедленном повторе. Сколько тут процентов удачи? In the replay, your goal was such a beauty. Do you think that it's, well, percentage of luck in those kind of goals? Thank you. There's 0% of luck. Спасибо большое. Да, 0% удачи в этом голе. Работа. Тренировки. Ярна, вы традиционно, как бы так складывается, против Йокерита зажигаете постоянно. Можно ли сказать, что матчи против финской команды для вас особенно? It's not. It's often that you score against Jokerit and overall play well against that team. Is that so personally important for you? Kind of yeah, yeah. Of course, I know every guy on the team, and it gets a little bit. We talk before the game, and it's of course it gets you going. Ну, конечно, я в Йокерите знаю всех хоккеистов, мы общаемся и до игры. Конечно, это заводит и заставляет играть лучше.